все тактические военные рюкзаки практически сделаны из туристических. Вы туда можете больше вещей поместить. Если это рюкзак у вас под ноутбук, то там нет боковых карманов. И все, не вступайте в конфликт ни с кем. Если вы ведете семью, не надо там еще заказывать, потому что на заправках тоже могут оказаться очереди. Ну или уже действуйте согласно того объема топлива, запаса. Ну, вы должны просто оценивать ситуацию. Я думаю, что туристический рюкзак, если вы собираетесь его покупать, значит, такой нельзя, такой можно. Видели и думали, что это правильно и круто, забудьте об этом, это неправильно, так делать не стоит. Вот. И второе, что давали, это, короче, эти желтые коробочки, которые из полезного там только на данный момент. И вы одеваете перчатки, которые у него. Ну, можете, конечно, и свои одеть, но вообще, которые вы будете пользоваться сейчас его аптечкой. Вы к нему подошли, вы наладили связь, если он для сознания. Значит, мы сейчас будем про человека, который без сознания. Мы к нему подошли, там он не отвечает. Почему я говорил, что аптечка должна быть на видном месте и должна быть чем-то помечена? Потому что... Да. Как ощущения не очень приятные. Образили по-настоящему. Пипец, как больно. Я понял, надо пишет.